Так, в бочке осталось немного эля. Ну ничего. Уф, к моему приезду он настоится. Надо будет придумать ему новое название. Так, жабка, ты идешь со мной. Ну все, прощай, трактир. Я постараюсь вернуться поскорее. Он вроде ушел. Можно заходить. Черт, замок. Это было быстро. Ладно. Так. О, это пригодится. Возьму. И это тоже. Так, надо самое главное проверить. О! Ящики. Такс. Пожалуй, возьму. Эй, что ты там делаешь? Черт, свидетели. Не подходи ко мне, я вооружен. Да ты сумасшедший. Ах ты, а ну иди сюда, я тебя прикончу. Так, вроде тут никого нет. Стекла выбиты, но в трактире все еще чисто. Возможно, Эри все еще нормальный. Стоит проверить. Ух, неплохо. Шикарный Эль. О. Все-таки слухи не врали, трактир пустует. Так, надо посмотреть, что на складах лежит. Может быть, что полезное? Боже, блядь. Ай, пустой сундук. Боже, ну их нахрена я сюда шел, а? Стульчик неплохой. Стол гладкий. Может, хоть мебель с собой заберу. Так. И стулья. Ну и все. Пойду. Да, разобрали трактир уже все, кто мог, все, кто хотел. Зачел он. Может, чего уцелело? Сундук пустой. Да уж. О! Кровать целая. Заберу. Так. Ну ладно. Ох, извини меня, хозяин. Но. И пианино с собой прихвачу. Mm-hmm.